Давным-давно жил-был царь Ахашверош. За свое безразличие и гордыню он был превращен в чудовище, а на его царство было наложено заклятие. Лишь любовь может разрушить колдовские чары. И вот однажды одна юная девушка по имени Эстер в поисках своего дяди Мордыхая забрела в его замок. Ну а там... Если ты чудище страшное, будешь мне братом. Если существо омерзительное будешь, ну, я не знаю, троюродным братом. А если же ты советник Аман, то будешь отвечать за свои кровавые злодеяния. Успокойся, а то хозяин услышишь. А где он сам? Ну, я не знаю. Наверное, опять загоняется по поводу своей внешности. И в любви не везет. Но не будем сдаваться. Правильно. Нельзя сдаваться. Не получилось на ветке, получится на люстре. А кто это у вас там? Девушка. Девушка. Девушка? Как я выгляжу? Ну, как вам сказать? А зачем вы сюда пожаловали? Ты не видел моего дядю Мордыхая? Это с пейсами такой? Да. Аман! Веди дядю. Давай так, кому он сейчас пойдет, с тем и останется. Дядя! Кошерное вино! Дядя! Бесплатный коньяк! Так, стоп! Отпусти его! Только если ты останешься вместо него. Даю слово. Лучше паспорт. Да ты еврейка? Таки да. По матери? По-моему. Да что ж за день. Да-да, я слышал, что все еврейки... ужасно некрасивые, с большими носами и как давят. Вообще-то я эталон, у меня 90-60-90. Послушай, равнобедренная. Так, стоп, хватит надо мной издеваться. Согласен. Я ваших шуточек больше не потерплю. Согласен. Я уже давно не девочка. Согласен. Да из-за таких, как ты, все мужики обречены. Вы изначально рождаетесь тещами. Ты, маленькая теща, глаза мне смотри, что видишь? Что-то страшное, темное. Глаза мне смотри, а не в ноздри. Что же делать? Хозяин, а ведь у нас сегодня пир. Позвольте пригласить вас на обед. Покушала, спасай народ. Ой.
Эстер, ты почему загрустила? Мой народ в опасности. А ты здесь чего стоишь? Свечку держу! Эстер, ты танцуешь? Нет, я пою. Тогда не буду тебе мешать. Мелодию. А как это? Кто?
Всегда наступает тот день, когда за свое зло и зависть приходит наказание. И лишь осознав свою вину, мы становимся добрее и обретаем любовь. А в сказках всегда добро побеждает зло. Во все времена еврейский народ не держал зла, а верил в добрую сказку. Чем я